наш мир сильно изменился. Вирус уничтожил многое. Люди изменились. Но ты был со мной, Кио. Мой брат, моя душа. Мы найдем тебя. Неважно, какую боль мы испытаем. Или какие границы нам придется перешагнуть. Я все еще помню день, когда они забрали тебя. День, когда я потеряла тебя. Чё, когда же? Давай! Будут? Поторопись! Чё, да бегу я! Да вы издеваетесь! Слышь, только не сегодня! Пускай. Нет документов, нет прохода! Нет документов, нет прохода! Как сильно мы опаздываем? Потом, Кио. Нет прохода. Так, дамы и господа, никто не проходит без документов! Держите их наготове! Боб сказал, еще раз опоздаешь, будешь уволена! Последнее предупреждение! Язык прикуси! Как всегда. Мы никого не будем пускать, пока не будет порядка. Опять твои шнурки. Нужно лучше их завязывать. Нет! Что значит нет? Мало ли что случится. И если придется бежать, шнурки не должны болтаться. Ну! Началось, братишка. Нет! Не надо, Риша! Нет! Назад! 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 Дай пройти! Эй! Вы! Стоять! Стоять! Самое лучшее! Лучше ты просто не найдешь! Присоединяйтесь к источнику! Присоединяйтесь к источнику! Он дает жизнь! Он дает жизнь! Эй, Риша! Не сейчас. Ничего, все в порядке. Присоединишься к источнику? Присоединяйтесь к источнику. Риша, а когда ты освободишься сегодня? Сказала же, отвали, Эдвин. А как ты, малец? Присоединишься? Они такие же, как мы. Держи свою ложь и пропаганду при себе. Да пошла ты, Риша! Качество лучше ты вряд ли найдешь. Это самый качественный. Гаджеты и устройства. Лучшие цены в Новом Лондоне. Боб все видит. Ты опять опоздал. Все починила. Конечно. Отлично, тогда за работу. И это последнее предупреждение от Боба. Но уже было два последних предупреждения. Пойди-ка поиграй. Ну, кыш. Гаджеты и устройства. Лучшие цены в Новом Лондоне. Покупайте гаджеты и устройства. У вас все в порядке? Да, справляемся. Не голодает? Нет. А ты? Говорю же, справляемся. Посмотрите на них и их язвы. Это чума. Спасибо. Я принес весть! Весть не о Боге! Весть о чистых людях, чью землю вы заразили! Распространяясь по земле! Да черт! Почему они все время рядом с Бобом? Подобное притягивает подобное. И я пришел под защитой Бога. Мои деяния, его деяния. И мои слова — это его слова. Эй, ты!
Проваливай. Тут скверно. Некоторые пытаются на жизнь себе заработать. Скверно, а которая должна быть очищена. Бомба! Кио, беги! Кио! Озвучено Диафильм Студио. Перевод Юрий Аркалов. Роли дублировали Михаил Диполом, Роман Андронов, Елена Лунина, Маркус Гонзалес и Артем Бахтин.